Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода. И это игра Star War Battle Throne, и это вторая часть. Капитан, у нее прекрасная подготовка, дезинформация, проникновение, эвакуация. Она из спецотряда. Она это кто? Это вон та вот девочка? Ты кто? Капитан, это капитан Иден Версион, отряд Инферно. Командир Версио. Посмотри на меня, пожалуйста. Хорошо, давай говорить по существу. У нас есть код активации. У меня возможность вам помочь. Просто назовите код. Знаете, вы оба стоите друг друга. Все просто, помогите мне, и я помогу вам. Так или иначе, я получу то, что мне нужно. Вашего дроида сейчас взламывают мои лучшие техники. Подумайте над моим предложением. Все, что нужно, это код. Время империи пришло. Вы правы. Время империи пришло. Итак, какой-то дядька суровый требует... Так, вези 626, это кто? В общем, от нас, этим дядькам злым, нужен код. Так, ух ты, это кто? Че это? Это техник? The captain's working on that in the detention center. Until then, the only way to access this droid's data is to pry the memory core. Доступен шок. Так, так, шок, это... Вот так вот его. Да, и, в общем, мы его удаленно активировали. Так, и нам нужно теперь найти командира. Нужно отсюда как-то выйти. Шокер дроида. Шок устраняет цели с помощью электрошокового зонда. Или зонда, как лучше. Так, а это что такое? Что за дырочки или что такое? Дже. Так, это камера, непонятно. Нам нужен командир. Нам нужен командир. Так, а у нас заряд? Да, у нас зарядился заряд. Когда посмотрели, получается полосочка вот эта оранжевая начинает заполняться. Вот. А вот и капитан наш. Так, нам нужно... Возвращайся ко мне через эвакуационный люк. Вот он, люк. Люк! Я твой отец. Нет, это не тот люк. Это обычный люк. Так, меня не видно? Нет, меня не видно. Хорошо. Так, тихо-тихо. Это что такое? Так, быстро пролетаем. Это какие-то силовые у нас поля электрические. Так, выход, да? Так, все, мы выбрались. Теперь куда нам дальше? Так, главное аккуратно, чтобы нас не заметили. Так, G. Скрытность. Шкала обнаруживания показывает... Ну, в общем, понятно. Тут есть шкала обнаружения, как она заполняется, так нас заметили. Как и во многих, в принципе, играх.
так. А мы просто пролетим мимо. Так, тихо, тихо, тихо. Так, все ушло, дальше летим. Здесь уже надо наверх. Так, да, я вижу, там слишком много повстанцев. И вот, я хочу наверх залезть. Нам показывают то, что можно наверх. Тихо, тихо, тихо. Блин, еще не совсем с управлением разобрался. Так, опять люк. Угу, поля. Все выше и выше и выше. Так, тихо, тихо, тихо. Поехали. Ого. Вот это кораблики. Так, сканирование Е. Для сканирования продвинутые технологии отслеживания позволяют дроиду обнаруживать врага. Вот это скан, вот это нормально. Так, а куда мне надо-то? Давайте по низу пролетим. Так. Тихо, 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 не пали. Так, все, аккуратненько пролетаем. Блин, ну это слишком просто. Так, подключаемся. А чем он подключается вообще? Так, и туда залететь надо, да? Ну все, как-то слишком легко. Так, теперь наверх. Опять люк. Слышишь меня? Да, да, да. Я рядом. Вот и капитан наш. Все, мы добрались успешно. Нас никто даже не заметил. Да, я в самое время. Пошли. Теперь, насколько я понимаю, нужно... Так. Отлично слышно, командир Версио. Я направляюсь в центр связи. Вас понял. Так, нам нужно какое-то имперское послание забрать. И покидать эту территорию. Так. Так, обезвредить. Так, я понял. То есть мы можем тихо подкрасться. И вот этой кнопочкой бам, бам. Все, обезвредили. Отлично, идем дальше. Оружия у нас пока нету. Так, шокер дроида. Шок позволяет избавиться от врагов при полностью заполненной шкале. Прицелившись в уязвимое место, с его помощью также можно вывести из строя технику, заполняя шкалу путем нанесения урона. Так, это все понятно. То есть наносим урон, убиваем тихо, шкала заполняется. Становится оранжевой, и мы можем использовать шокер дроида. Ну, сейчас заполнится, затестим. Так, во-во. Так, еще никто не знает, что я сбежал. Это хорошо. Так, тут собрание какое-то проходит. Так, нам нужно
Значит, какое-то послание. Так, камера С для переключения камеры между видом. Ага, это право-лево, ясненько. В общем, нужно какое-то уничтожить послание. Давай, взламывай, дроид. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, походу спалили то, что я сбежал. Люди узнали. Так, шокер. Давайте шокер сейчас используем. На троечку было. Вот это вот убийство. Беспалевное такое. Так, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Сейчас мы тебя лучше по-тихому. Все, обезвредили. Блин, спалили. Ладно, убегаем. Так. Ой-ой-ой, а тут еще люди. Блин, а нам сюда и надо. Так, тихо-тихо. Так, этого тоже обезвредим сейчас. Блин. Спалили нас. Спалили. Тихо. Так, а где аптечки теперь брать? А, аптечки не нужны, они... Аптечки здесь не нужны. Жизни восстанавливаются автоматически. Это хорошо. Мне это нравится. Так, в общем, сработала эвакуация и... Наша команда должна готовиться к моей эвакуации. Так, дроид, гоу. Взломай. Ой, я по дроиду стрелял. Так, а это что у нас? А это, наверное, есть сообщение. Да. Так, ну все, теперь послание уничтоженное, нам пора выбираться отсюда. Агент Хаск, пора. Что ж там за агент Хаск такой-то? Так, а это... О, вот это уже поинтересней. Так, взламывай, дроид. Сейчас мы их шокером сразу. Ой-ой-ой, жизни мало было. Так, один остался. Так, аккуратненько, не торопимся. Так, они внизу все, а мне туда надо, да? А где еще один был, я точно помню. Так, и мы быстренько сейчас перебежим. Так, давай, взламывай. Так, дверные панели. Чтобы открыть или закрыть двери, стреляй по панелям управления. Ой! Хорошо, мне это нравится. Так, а здесь врагов уже много. И всех мы благополучно обезвредили. Так, идем дальше, значит. Пора уже наконец-таки выбраться отсюда.
Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Слишком близко тут был. Ого, вот это выстрел. На 40%. Так, как эту дверь закрыть, чтобы... Похоже, здесь панели нету. Ну да ладно. А то в спину заходят. Так, это какой-то с пулеметом был, прям тяжело вооруженный. Мощный типуля. Так, а тут нету каких-нибудь гранаток, я не знаю, чтоб закинуть. То коридоры все узкие. Так. Взломать. Взламывай. Взламывай, дроид. Так, а чё так долго-то? Так, все, сломал? Нет, да что ж такое-то? Тихо-тихо-тихо. Блин. Иден Эверсио погибла. Так, и что, вернуться в игру? Вернуться в игру. Ага. Добраться до шлюза. Это мы в последней контрольной точке начали, значит. Так, ну мы благополучно разобрались здесь. Так, теперь дальше здесь налево надо. Это я помню место. Блин, тут дверь не закрывается. Да что ж вас так много-то? А я один. Ой-ой-ой-ой, 3 хп осталось. Так. Так, восстанавливаемся, восстанавливаемся. Умирать нельзя. Так, это пулеметчик. Так, 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 здесь никого. Итак, сейчас получается... Давай, дроид, опять взламывай. Попытка номер 2, значит. Да что ж такое-то? Так, оружие здесь перегревается.
Ой-ой-ой, кто-то по мне стреляет. Так, я слишком сильно тороплюсь. Да, урон наносит больно. Так, ну пробуем еще раз, значит, взломать. Нужен взлом. Так, а скан недоступен у нас, да? Все, убегаем, убегаем, убегаем. Жарко, там слишком жарко. Так, ХП восстанавливаемся. Так, ждем люди. Людей, в смысле, врагов. Так, ну отлично. Так, и это выход? Похоже, что да. Агент Хаски, я на позиции. Понял, командир. Приготовьтесь к эвакуации. Ого, куда она? Без костюма? Ого. Так, вот мы и сбежали, получается. Агент Хаск, командир на борту, вольная. Задание выполнено, командир без потерь. Так, ну что, теперь мы отправляемся на подавление какого-то мятежа, получается. И это был пролог.